Сегодня 1 июня, сняли кашпо, и у меня какое-то настроение что-то поменять. Вынесли кашпо на улицу, проложила картоном. Вот думаю, как бы мне все это вынести сюда. И вот что тут происходит, Барбос. Тебе хорошо? Посмотрите, это самый грязный наш кот, который валяется понятно где, да? Барбос, коробочку лёг. Вот так вот жизнь кота. Невыносимые условия жизни кота. Вот мои петунечки. Вот это, конечно, бомбический цвет. Вот как природа может придумать вот эти микрозвездочки. Черная петунья моя. В этом году, конечно, я сделала акцент на звездные серию. Носилась за каждым черенком. Вот это тоже очень необычно. Вот видите, телефон так не передает. Все равно цвета. Махровая петунья. Что-то мне прям темное нравится. Махровая. Вот очень необычный цвет. Такой своеобразный, необычный. Виола-ампельная. Вот Easy Wave. Надо увеличивать объем. Так что вот хожу и думаю, как мне все это распределить, чтобы... И тут что-то посадить хочется. Думаю, может, томатиков себе чуть-чуть. Не хотела я в этом году сажать ничего в теплице. Хочу ее сделать уже такую зимним вариантом, чтобы маточник остался здесь. С другой стороны, и вроде помидорков тоже хочется. Вот такие у нас дела. Вот хожу, брожу, создаю мозговой штурм.